Деятельность органов местного самоуправления в городском поселении Одинцово всегда носила ярко выраженный социальный характер. Не стал исключением и 2018 год. На меры соцподдержки населения из бюджета выделялись значительные средства. Именно поэтому так важен был вопрос наполнения городской казны. Хочу отметить, что одной из первоочередных задач деятельности администрации являлась мобилизация доходов, привлечение дополнительных источников доходной части городского бюджета. Дальнейшая оптимизация расходов, соблюдение режима жесткой экономии, а также эффективное и целевое расходование бюджетных средств. Столица нашего района стремительно развивается. Наверное, с этим согласятся все. Дорожное строительство, комплексное благоустройство, развитие электронных систем безопасности – за этим перечнем стоит огромный труд всей команды Александра Гусева. Также в фокусе внимания проблемы ЖКХ. Например, в ближайших планах строительство мощной станции обезжелезивания для 1, 2 и 3 микрорайонов. В результате выполнения мероприятий в соответствии с планируемой закупкой жителям указанных микрорайонов по окончании реконструкции ВЗУ номер 1 будет подаваться вода надлежащего качества, соответствующая санитарным нормам. Деньги выделены, нужно начатое довести до конца. Доводить начатое до конца – в этом и кроется основной секрет успеха местного самоуправления. В планах на 2019 год у города сохранение социального вектора развития и решение значительной части наиболее важных вопросов – от ремонта дорог до дальнейшего развития системы «Безопасный регион».